Удачные региональные культурные проекты нужно тиражировать. Например, такие, как детский сводный хор «Чувашии». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с деятелями искусства республики. О других темах в нашем материале. В последние годы провинциальные театры получают поддержку со стороны федеральных властей. По проекту «Культура малой родины», в который входят три направления – театры детям, театры малых городов, местный дом культуры, в республике ремонтируют театры, закупают новое оборудование, ставят постановки и организовывают обмены и гастроли. Для творческого человека, понятно, актуальность своей собственной работы очень важна. А это можно только при обмене. Если мы видим, приезжаем, привозим свой спектакль, свою постановку в другой регион, нам важно, как другой зритель реагирует на то, что создано у нас здесь дома. И поэтому гастрольный деятельность, поддержка – это грандиозная для нас программа. На содействие именно детским театрам ежегодно выделяется 1 миллиард рублей федеральных средств. Мы эту программу будем продолжать и дальше. Там идут средства и на ремонт, и на постановки. Плюс мы активно включаем детские театры во все гастрольные программы. И, наверное, с этого года мы рассмотрим вопрос, чтобы творческие работники детских театров, ну и вообще творческие работники провинциальных театров России имели определенные преференции в части получения званий заслуженных артистов и заслуженных работников культуры. Свои системы поддержки, выстроенные в регионе, на гранты главы Чувашии реставрируются старые музеи и открываются новые. На средства из республиканского и федерального бюджетов модернизируются библиотеки. На сегодняшний день рейтинг библиотек в информатизации, он самый высокий по России. У нас практически 100% библиотек подключены к интернету. Электронные каталоги, которые отражают фонд библиотеки, это уже 97% фонда. В этом году в России стартовал нацпроект «Культура», в него тоже включили библиотеки. Мы будем выделять гранты на лучшие проекты и малые библиотеки, и межрегиональные вот эти библиотеки. Вот они будут разных размеров. И хотелось бы, чтобы, опираясь на этот грант, но добавляя собственные силы и собственные средства, вы действительно преобразовали библиотеки в настоящие центры культурного досуга и образования. На встрече обсудили работу школ искусств, клубов и сельских домов культуры. Работа по развитию отрасли будет продолжена. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика.